Супруга певца Александра Малинина, Эмма, прокомментировала слухи о том, что она и ее муж прибегали к услугам пластического хирурга. Александр и Эмма Малинины вместе уже много лет. Супруги стали родителями двойняшек, пережили как периоды счастья, так и нелегкие испытания. Избранница певца считает, что люди, прожившие бок о бок столь долго, постепенно становятся похожими друг на друга как внешне, так и характерами. Именно духовной близостью Эмма объясняет перемены, на которые обратили внимание поклонники. Если говорить объективно, мы действительно за 30 лет совместной жизни с мужем стали очень похожи. У этого феномена есть свои причины. Как думаете, какие? Поинтересовалась Эмма. В комментариях женщина подтвердила, что считает причиной удивительной внешней схожести с мужем – любовь. При этом Малинина заявила, что пока не ходит к пластическим хирургам, но в будущем может к ним обратиться. Некоторые люди даже пишут, что мы пользуемся услугами одного и того же хирурга. Отвечу честно, если будет необходимость, обязательно обратимся к лучшим специалистам в области пластической хирургии, подчеркнула супруга певца. Это уже не первый случай, когда Александра подозревают в увлечении пластикой. По мнению фанатов, Малинин постоянно делает подтяжки, что позволяет ему избавляться от морщин и выглядеть намного моложе своего возраста. Сам артист на слухи не реагирует.